Мастер. Всем привет, друзья! Хочу поделиться с вами своей теорией о предстоящей судьбе Геноса, который, как нам показали, был жестоко убит космическим Гароу в 211 главе манги «Ван Панчман». Но прежде чем начать, хочу попросить вас поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Для вас это займет несколько секунд, а для меня это будет огромной поддержкой. Ну а еще, если вы хотите поддержать канал донатом, ссылка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. После последнего видео 3 человека задонатили мне. Хочу отдельно поблагодарить их за материальную поддержку канала. Огромное вам спасибо, друзья. В следующий раз обязательно оставьте свое имя или никнейм, чтобы я мог указать вас в своем видео. Имя человека, который задонатил мне большую сумму, я так и не нашел, к сожалению. А остальные 2 это Илья и Сунха. Огромное вам всем спасибо, друзья. Ну а здесь могла бы быть ваша реклама. Для того, чтобы связаться со мной, в описании есть ссылка на мой ВКонтакте. Ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем! Итак, все гадают насчет дальнейшей судьбы Геноса. Некоторые думают, что Мурата в скором времени перерисует главу и сделает так, что у Геноса голова не будет полностью раздавлена, а скорее останется целой. И мы просто увидим, что он умирает из-за потери своего ядра, которое Гаро вырвал из его груди, ибо это источник его питания. А еще, многие уверены, что Мурата насовсем уже отошел от веб-комикса Вана, и он действительно убил Геноса, и больше мы его никогда не увидим. Моя теория заключается в том, что Генос действительно умер, но его голова разбита лишь наполовину, а от его тела осталась лишь груда металла. Мы не раз уже видели, как Геноса разбирали на части, но ни разу не было так, чтобы его мозг или ядро пострадали, ну или по крайней мере он не лишался их, что кстати с ним сейчас и случилось. Мурата специально вводит нас в заблуждение, не давая нам понять, что случится с Геносом. Да, он прямо дал нам понять, что Гару все-таки убил Геноса. Но я так не думаю. Впереди еще очень много глав, даже после завершения арки с Гару. И в веб-комиксе Вана с Геносом все в порядке. Но манга Мураты отличается от вебки, скажете вы. А я с вами соглашусь. Да, это так. Но я думаю, что доктор Кусена сможет воскресить Геноса. В вебке после арки с Гару Кусена делает апгрейд Геносу. Думаю, в манге будет так же. Только помимо этого, он еще и воскресит Геноса. Но подождите, как так-то? Ведь это невозможно без единственного живого органа мозга, который у него был. И даже если Кусена его восстановит, то Генос будет обычным роботом. Да? Так точно. Но как я ранее говорил, голова Геноса разбита лишь наполовину. Соответственно, часть его мозга еще цела. И я уверен, что доктор Кусена сможет спасти Геноса, который ему почти как родной сын. А если вы переживаете по поводу того, что Генос лишился половины мозга, и скорее всего он многое не вспомнит, в том числе и своего учителя Сайтаму, вы можете быть спокойны, потому что не все так плачевно. С чего я это взял? Ну не просто так, ведь Сайтама тащит с собой его ядро по всему космосу, который еще является и процессором, в который хранятся все его данные, в том числе и вся его память. Сайтама разберется с Гару, а после возьмет Геноса с ядром и отнесет его к доктору Кусена. А тот удачно проведет операцию по спасению нашего Геноса. И он будет намного сильнее, чем прежде, после своего нового и последнего апгрейда от доктора, который сделает все, чтобы с Геносом подобного больше не случалось. Вот так Сайтама и спасает своего ученика Геноса. Напоминаю, что это лишь моя теория, и на самом деле может случиться все что угодно, но хочется верить, что все случится именно так, как я предполагаю. Остается ждать выхода новых глав, чтобы действительно узнать судьбу Геноса. А как вы думаете, умер ли Генос насовсем или же нет? Напишите свое мнение
мнение в комментариях. Друзья, хочу поблагодарить вас всех за поддержку в продвижении канала. Я очень это ценю. Как вы уже знаете, монетизация на канале отсутствует. И за все видео я практически ничего не получаю. Если хотите поддержать мой контент донатом, ссылка на донаты также на Boosty будет в описании и в закрепленном комментарии. Что ж, на этом все, друзья. Сегодня среда, и по идее сегодня или завтра должна выйти новая 213 глава. Как и в прошлый раз, я не буду ждать выхода перевода и сразу же поделюсь с вами своим мнением о новой главе. Чтобы узнать о выходе новых видео, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик и включите все уведомления. Огромное всем спасибо за поддержку. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока.